Эпичная битва! Скорпион против Саб-Зиро! Саб-Зиро, я вождь холодного племени. Моя сила испытана долгим временем. Сколько не бей меня, тебе отвечу тем же. Жалко, в последнем комбате дети берут меня реже. В меня стреляют, жарят, режут одни и те же. Где же справедливость? Вечно убиваю нежить. Дайте нормального противника без идиотского напильника, а то никто меня не может победить никак. Я Скорпион, гроза и сила своего клана. Ты который год на месте, как Барак Обама. Меня все уважают, ведь это я символ МК. Чего добился ты? Скажу вам, нихуя. В таблице персонажей всегда я был на первом месте. Убью каждого врага без доблести и чести. Ты ничего не успеешь, не предпримешь мер, как за спиной своей услышишь готовых. Ты — это я, впоследствии моих ударов, моего надару, мол, Скорпион лошара. Если такой горячий, на ледяного шара, че такой дерзкий, желтый петушара. Ты тупо жизни подлежишь Шаукану, ты тупо жизик, скорбежит панорама. Я поздравляю, ты достиг бакалавра. По бегу лови фаталити, тебя ледышка покарала. Чувак, ты жив, не верю, будто пуля дура. Ты так хреново поешь, ты что, брата из Куба? Моя стальная броня со смесью адской смолы легко выдержит удар твоей ледяной дилды. Я перееду тебя, как Ленин на броневике. И о тебе все забудут, как Марти о снеговике. Выводишь на эпатаж и поешь, как пидор испанский. Пидора ты хуесос, сказал бы Юра Хованский. Кто выиграл? Кто следующий? Решать тебе! Да дай именно тебе! Эпичная битва! Заходи, подписывайся на канал Цилон Геймс. Охуенные анимационные ролики по Майнкрафту и не только. Ссылки в описании. Ах, дай на экране.